Прогноз погоды на 1 ноября. В 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах была минус 22, минус 16 градусов. В Заречье от минус 23 до минус 16. В южных улусах 21, 18 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе улусов 22, 20 градусов со знаком минус. И в Нижнеленске минус 21, минус 20 градусов. В западных улусах от минус 23 до минус 19. В Колымы-Дигерской группе улусов от минус 22 до минус 6. В Янске от минус 24 до минус 12. И на северо-западе от минус 15 до минус 8 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была минус 18 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, порывистый, от 5 до 10 метров в секунду. Днем ожидается 14-16 градусов со знаком минус.